Батареи жителей музыкального микрорайона потеплеют к Новому году. Об этом заявили в департаменте городского хозяйства ИТЭК. Сегодня его представители объяснили, почему сложилась некомфортная для жителей ситуация. Отмечу, с какими-либо авариями она не связана. Дело вот в чем. Большинство домов, которые возводились с частными застройщиками, были брошены на стадии подключения к инженерным коммуникациям. И в строй вводились уже по решению суда. Позже их подключили к местной котельной. Она оснащена 6 мощными насосами, вполне способна подавать тепло в четко рассчитанное количество объектов. А вот вовсе не то, которое пришлось обеспечивать по факту. Проблема создалась в том, что сети, которые были проложены к жилым домам и подключенные новые жилые дома, создали завышенную нагрузку, и на всех пропускной способности трубопроводов не хватает. То, что говорит, что там нет тепла, это неправильно. Во всех домах тепло есть, просто оно недостаточно и не соответствует нормам. То есть батареи там не размораживаются, но, конечно, дома находиться некомфортно. Поэтому в настоящее время этой компании, которая называется ИП «Карапетян», проводятся работы по прокладке дополнительного трубопровода по музыкальному микрорайону. Рабочим осталось пройти последний участок в 200 метров. Сделать это планируют до 28 декабря, так что в новогодние праздники жители 40 многоквартирников проведут в тепле.